Пошла колонна. Дождались. Отработали результаты. Всех треба. Слава Украине. Ну, было 7. Уничтожили 4. А остальные 3 попадали в кюветы. То есть колонна никуда не ушла. Там вот... А живые остались? Да, сбежали, их словили местные. Потому что эти сволочи вернулись в село, начали расстреливать людей, воровать машины и пытаться уехать. А, это Урал. 17, 78, 50. Ну, видишь, разные модели танков. Вон, видишь, из России там замалевано что-то.